Samsung i9000 Galaxy S. Разбор. Для компании Samsung модель Galaxy S является знаковой. Это первый опыт в новом для производителя направлении премиальном сегменте Android. Аппарат конкурирует с Apple, что само по себе интересно. Даже внешне Galaxy S очень похож на Apple iPhone 3GS. Телефон начинаем разбирать с задней части. Снимаем заднюю крышку и извлекаем АКБ. Выкручиваем 7 винтов по периметру телефона. Затем металлической лопаткой поддеваем заднюю панель и снимаем ее. Начинаем снимать системную плату. Той же металлической лопаткой отделяем коаксиальный кабель, разъем функциональной клавиатуры, разъем дисплейного модуля, снимаем камеру и разъем гарнитуры со слуховым динамиком. Вынимаем системную плату. Пинцетом снимаем полифонический блок и комбинированный считыватель SIM и Flash. На системной плате находятся системный разъем, кнопки громкости, пользовательская память, процессорный блок, контакты АКБ, разъем комбинированного считывателя SIM и Flash. На обратной стороне системной платы находятся радиоблок, кнопка включения, разъем гарнитуры со слуховым динамиком, разъем камеры, разъем дисплейного модуля, разъем функциональной клавиатуры и часовая батарейка. Телефон разобран. Дальнейшему разбору конструктивных частей Samsung i9000 Galaxy S посвящены иные ролики. Нам остается только показать, как выглядит полностью разобранный аппарат.